Всем привет, меня зовут Дарья Спейс, и сегодня я захотела сделать небольшое вступление к этому видео. Я снимаю это уже не первый раз. И на самом деле все, что мне надо сказать, это то, что я извиняюсь за то, что ничего не было последние две недели, хотя раньше я иногда выкладывала по два, а то и по три видоса в неделю. И да, я извиняюсь и постараюсь теперь выкладывать хотя бы по одному, чтобы оно точно было. И сегодня я буду рисовать что-то свое, то есть не фанарт, ничего такого. В акварели снова достану свои аквакисти, и они классные, и в общем, да. Надеюсь, вам понравится этот видос, может быть, кто-то вдохновится и тоже захочет немножко порисовать. И да, в принципе, все, что я хотела сказать. Я надеюсь, у меня теперь выйдет, и я поставлю все-таки вот это вот, вот видео. Все. Да. Так что пока. Ауч. Это было громко. Пока.